Соответственно, сборная Германии ждет ту команду, которая в нашей группе займет второе место. А сборная США сразится с первой командой из нашей группы. Но здесь еще не все закончено. Скоро уже останется 10 минут. Атакуют португальцы. Джонатан Менса выбивает мяч. И что такое? И гол! Криштиану Роналду! Криштиану Роналду забивает свой гол. Совершенно как-то оцепенели защитники, игроки сборной Ганы. И с левой ноги пробил в угол ворот. Но Криштиану Роналду вот таким становится его 50-й гол за сборную. Вы смотрите, мяч так как-то летит куда-то. Вроде он улетает. И как совершенно неожиданно отбивает этот мяч. Можно было выбнуть раньше и выбить через перекладину, перевести. Но вот вы знаете, как нелепо сыграл Дауда. И вы знаете, кто его смутил? Вот его смутил тот человек, который должен был смутить.